Привет, ребята, с вами я. И сегодня я буду играть в CSGO, потому что видео прошлое под CSGO набрало 10 просмотров. Я знаю, что это немного, но это самое большее просмотров, чем других. Поэтому я снимаю CSGO для вас. Так, я вижу, что CSGO вам больше всего понравилось. Так, и в следующем видео напишите, где вы хотите, чтобы я выиграл. Одиночная игра с ботами или поиск серверов сообщества. Напишите в комментариях. Я буду играть одиночную игру с ботами, а потом я уже послушаю ваше мнение и буду играть. А сейчас я буду играть на карте Black Cold. Находим. Я буду играть на уровне сложности средняя сложность. И вот уже загрузка. Сейчас надо чуть-чуть подождать. Чуть-чуть подождать. Вот уже и отчет. И вот уже закончилась загрузка. Для вас это было очень быстро. И я играю за спецназов, и извините, что я неправильно сказал название этой карты. На самом деле она называется Black Gold, а не Cold. Чё так быстро? Чё серьёзно? Так быстро? Я одного убила, друзья мои. Ну, боты. Я боты. И убили других. Мне вот это больше всего нравится. Она хорошая очень. Я сюда пойду. Так сказать. О, блин, террорист. Тоже два сюда пошли и меня убили. Это плохо, очень плохо. Блин, не медли. А, у них... Ты чё, дорогой, спецназа приключился? Они так медлят, что я не могу даже... Всё, всё, ничего не делать. Я скажу, что мы вот проиграем, и всё это из-за меня. Я могу только вот эту купить. И, блин, это плохо. На самом деле. Нет. Нету кокс. Как странно бы не было, но там нету. Бомба заложена быстро. Где А или Б? А или Б? Блин, ну я и опоздал. А или Б? А или Б? Блин. Не знаю, куда идти мне. Реально не знаю, куда идти. Фак. Фак, А или Б? А или Б? Нет, тут этой бомбы хрена нету. Блин! Фак! Красавчик! Красавчик! Красава! Красава! Он реально красава. Странно, что они туда смотрели. Я пойду сразу на точку А. Там они там.
один, 11 чёрт. Чуть-чуть, блин. Надо сразу идти на точку А. Уже понял, что точки А все. О, все как раз распределились по точкам. И да, я был прав. Они пошли на точку А. Я одного тупой. Тупой, куда ты идешь? Ну, все на точке А. О, блин, я не знаю, как его убить. Не знаю, как. Наши красавчики. Посмотри, я попробую. Не обращайте внимания, что это не говорю. О своем так. Все, я выбрал вот такой автоматик. И иду сразу на точку А. Сразу на точку А надо идти. Не стой. Короче, делай, что хочешь, мне у тебя. Пофиг, во, он самый пахи, короче, наверное, садится. Сам стоит на месте. Реально очень сильный. Да, я его убил. Почти успел. 3-3. Вот и нереально сильные противники. У меня еще так никогда не было. Всегда мог выигрывать. Тут я не могу. Я понял уже их тактику. Значит, я иду через. Очень люблю залаживать. Нет, я
Прицел отключи. Но там перезарядка. Ребят, мне нечего бояться, что у меня 100 жизней. Вас спецназа настроит. Я буду, можно сказать, такой приманкой. Ок, мне надо сейчас... Я выиграл, да, меня только задело. Заложил бомбу. Был возле бомбы и взорвала я последний выживший. Ну, конечно же, свой автомат. Стой, стой. Иду не с этой точки, а с этой. Какого это спецназа выбрали? Лау, чувак. Его должна быть получше реакция. Он думал, что он просто стоит и все, уже конец матча. Тут я его подхожу и убиваю. Thank you.
его смог бы... Да, это было классно. Террориста выиграли. Так, я покупаю себе шутер. АВП купил себе. Да, я думаю, что с АВП. Но если я затащу даже кого-то, то это будет круто. Он реально очень сильный и хороший. Юмэп 45. Он реально хороший. Мама. Какого это он сдох? Это какого он сдох? Совсем другой. Это был совсем другой. Все тупо подорвало эту бомбу. Я думала, что я там скроюсь. Вы видели это вообще? Изи катка. Вообще изи катка. Я беру это же видео. Да блин.
изи-изи, как-то, ну, фартит. Немного даже и фартит. Немного, самую малость фартит. Всё, мы победили. Ну а если вам понравился этот ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч.